О, ну что, сегодня ответственный день. Я как начальник на заводе щенков сегодня имею презентацию нового щенка. У меня будет экскурсия, придут детишки, будут смотреть на новую породу собак. Ой. Важный сегодня день. Так, надо подготовиться и ждать детей, чтобы показать им мое новое творение. Ой, детишки, спасибо, что пришли. Так, вы пришли посмотреть на новую собачку, да? Ну, в общем. Мы ее создавали практически... Кто там пришел? Заходите. Ой, у нас тут опоздал один. Иди сюда, мальчик. Становись где-то тут, да, вот там. В общем... Да, не-не-не, не сюда. Вот туда, назад. Вот сюда, мальчик. Да. Вот так. Вот. Да, вот там. В общем, на чем я? В общем, вот наши предыдущие работы. Да, дай мне скану, не перебивай ты, а. В общем, смотрите, предыдущие наши работы. Вот тут у нас пони, да, мальчик, смотри, пони у нас тут. Пони. Данил, я пойду, он сейчас выйдет. Не надо, мальчик, уйди отсюда. А вот тут у нас котяра, смотри. Котяра. Да не ломай, сейчас да, дикая котяра, сейчас убежит, задницу откусит. В общем, а сегодня мы будем презентовать новую породу собак. Она просто, да, она просто взорвет весь мир, все просто в шоке будут. Ну что, дети, вы готовы пойти посмотреть? Готовы? Тут лайки, лайки. Кого? Кого? Лайки. Да, и вот детишки любят лайки, да, все любят лайки. Вот, у Google, вот сейчас пойдем вот сюда, в следующую комнату, вот там, ой, как много лайков будет. И ты бы лайк поставишь, да? Да, вот. Все, дети, собирайте манатки, пошли, давайте, пошли. В общем, мальчик, иди сюда, вот тут стоит. Гавгавы. Да, дети, вот тут у нас предыдущие наши гавгавы, тут пудели, пипудели, доберманы, пиксерманы, много тут всяких собак. Не гладить, не гладить, дебил, кусок! Подожди. Куда? Все. Какое бобо? Мало, мелкий. Так, малый, укусил. Иди сюда. Так, иди сюда. Садись, вот тут я сейчас доктора дойду. Так, там заражение, может быть. Так, подожди, а где доктор? Воспитательница, где воспитательница? Я за доктором, мелкий, я за доктором. Так, это мой кабинет. Ничего тут не трогать, это мой кабинет. Ничего не трогай, я сейчас приду. Я знаю, что Бобо, сейчас приду. Так, а где доктор? Тут вообще доктора даже нет. Какой доктор? Этот завод по производству щенков, тут даже доктора нету. А ну, мелкий, я же говорил, ничего не трогать. Какое гу-гу-гу? В смысле гу-гу-гу? А тебе уже лучше, мелкий, да? Тебе уже лучше? Ничего не болит? А ну покажи рану, заражения нету? Нету? А ну попрыгай, если хорошо все. Ху, ну ты меня прям успокоил. Ну пошли тогда, больше не трогай собак, больше не трогай. Иди сюда. Не-не-не. Все, уже поздно, не-не-не. Иди сюда. А тут. Туда тоже, не-не-не. Все, уже поздно, мелкий. Вот детишки уже спать сейчас будут пойти, все. Давай, все. Ой, все, конец дня, можно и расслабиться. Все, давайте, по домам, все. Выходите, давай. Вау. Да кто там шумит? Ваша мать! Кто? Мелкий! Иди сюда! Выйди сюда! Ты что тут делаешь? Ты что, потерялся? Где твои родители? Родители где? Пипи-гака. Какие квапики? А, ты писать хочешь? Подожди, вот тут туалет. Сейчас родителям твоим позвоню. Давай, иди в туалет, еще родителям. Только у меня номер. Не надо родителям звонить. Только ки-ки-ка-ка. А ну хорошо, сначала ки-ка-ка, да вот туда. Иди, ки-ки-ка-ка. Да, я пока подремаю, пока. Алло, я в здании. Пост благосоздания. Все будет хорошо. Все идет по плану.
Да, все нормально. КОГО?! КАКОЙ БОСС МОЛОКОСОС?! Какая пипи, какая делаю, пипи! Я тебе сейчас пипи в глотку засуну, какой босс молокосос? А ну признавайся, признавайся, кто? Не бейте, не бейте, не бейте, тихо. Я просто, я карлик хотел. Какой карлик? Да, я просто взрослый, но я карлик. В смысле взрослый, ты ребенок, в смысле карлик? Чуть не. Да вот я взрослый, я просто, меня зовут. Как? Я босс молокосос, значит, здравствуйте. Я просто карлик, я очень хотел посмотреть на щенят, но эта выставка только для детей, поэтому... Да просто... ну выйди сюда на свет, чтобы я тебя разглядел. Рассматривай. Ну ты, главное, водички поможешь попить, как бы. Да, нет, водички, я и так... Это мне точно не снится? Нет, тебе это не снится. Так, слушай, Я, конечно, извиняюсь за такой вот обман, но я просто хотел очень сильно посмотреть. А, ну то есть ты обманул и меня, и всех детей, чтобы пробраться сюда на завод, да? Ну я просто очень люблю собачек, хотел посмотреть на собачек. Ты собачек, ты обманщик, а ну шуруй отсюда. Ну чтоб... пожалуйста. Шуруй отсюда. Только на собачек, пожалуйста, хочу посмотреть. Нет, шуруй отсюда, чтоб я полицию не вызвал. А может ты еще в эту комнату зайдешь? Не, давай, шуруй, ну, давай, сюда. Я тебе иди сюда, я сказал. Я пописываю и приду, все будет хорошо, хорошо, давай, писай, только быстро давай. А это что у вас такая за комната такая? Это что? Это собаки у вас такие? Да, это наши не вот эти. А, иди сюда, иди сюда! Помогите! Иди сюда, мелкий, иди сюда! Побегай сюда! Спасите! Сюда! Помогите! Да ща я успокою! Ща! Откройте дверь! Мелкий, ты что дур? Что это у вас такое? Ну видишь, тут у нас новые собачки, а вот там у нас просто собачки не получились. Неудачный эксперимент. Мутанты, да? Мутанты, собаки. Не, просто неудачный эксперимент. Вот просто не агрессивные очень, не получились. Эксперименты над собаками снизу. Ну мы же новые, как бы, породы разрабатывали. Куда ты? Иди. Ну, ладно, иди сюда. Да, иди на второй этаж, чтобы. Так, вот смотри, забудь про этих собак. Вот, я тебе расскажу. Ну вот смотри. Иди сюда, да что ты там делаешь? Иди сюда. Вот я, чтоб тебя успокоить, чтоб ты забыл про тех собак неудачных. Вот смотри, вот тут у нас новая порода, вот тут у нас новый щенок за вот этой дверью. Новая порода, да? Да, вот та самая, которая захватит, ну в смысле не захватит весь мир, а которая прям удивит весь мир. Просто все люди такие скажут, ау, какая новая. Она мне нужна, можно мне посмотреть? В смысле она тебе нужна? Нет, вот когда будет презентация будет через 2 дня, вот тогда и посмотрим. А вот тут я мелкий, иди сюда. Ну какой мелкий, ты карлик. А вот тут мы разрабатывали вот эту новую собаку. Вот смотри, всякие новые схемы. Мы тут старались, потели очень много времени. Четыре года. И вот новая собачка вот тут за дверью. Ну я посмотрю, я другой не могу. Не, ничего. А давайте вы пойдете вниз, я просто посмотрю и уйду. Какие вниз? Ты меня опять обмануть хочешь? А ну, ты где? Иди сюда. А ну, шуруй отсюда. Иди сюда, шуруй отсюда. Давай, с моего завода. Нет, я вообще тебя в черный список занесу. Шуруй отсюда, проказник мелкий. Ну вы что, вы так не любите карликов? Дебил. Да, конечно, этот карлик думает то, что я не знаю его план. Босс-молокосос, карлик, говорит, да? Я уже наслышал о нем, этом боссе-молокосос. Я знаю то, что он работает в какую-то там корпорацию. 100% они хотят убрать моих новых щенков. Щенков, в кавычках, да. Ну, я покажу тебе своих новых щенков, если ты так хочешь их увидеть, да. Хорошо, мелкий проказник, хочешь меня обмануть еще раз? Ну, иди и посмотри на мое новое творение. Иди сюда, да, мои новые не монстры, ну, щенки, для этого мелкого будут щенки. Хорошо, я буду его вот тут ждать. Надеюсь, он скоро придет. И тогда ему покажу, да. Так, все, надо ждать. Идет. Новая порода! Мелкий, иди сюда, все. Это новая порода собак такая, да? Да. Какие собаки, ты реально думаешь, что я тут собака? Я пойду, пожалуйста. Все, мелкий, уже поза. Ты реально думал, что я тут собак развожу?
Не, я тут монстра. Да, конечно, договоримся, конечно. Только после того, как я весь мир захвачу с помощью моих новых мутантов, которыми я могу контролировать. Нет, не надо! Давайте, мутанты, в атаку, давайте! Давайте!